Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Люди с буквы «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Они одарены необычайной интуицией. Часто создается впечатление, что эти интеллектуалы и ученые своей единственной целью в жизни считают дальнейшее углубление своих знаний. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Они обладают развитой интуицией, порой граничащей с ясновидением. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Частое разочарование и страсть к экстриму наделяет владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Они умеют использовать жизненный опыт для духовного развития, одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Активизирует воображение. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.